Тюменский филармонический оркестр дал концерты со всемирно известным скрипачом Вадимом Репиным. Народный артист России играет на скрипке Страдивари 1733 года. С нашим коллективом он исполнил концерт для скрипки с оркестром Чайковского. Примечательно, что именно с этим произведением он выиграл королевский конкурс в Брюсселе, когда ему было всего 17 лет. Я почувствовал, что у меня здесь совершенная свобода. И я вспомнил, как мне не хватало в Тюмени последние несколько, 4 или 5 лет, что я сюда не приезжал. Оркестр замечательный, и блестит, и сила, и качество. В общем, я в полном восторге. Вадим Репин – давний друг главного дирижера Тюменского филармонического оркестра Юрия Медяника. Они вместе работали на многих проектах, в том числе и федеральных.